Приветище! Мы находимся в Порчи, продолжаем наши с тобой фермерские делишки. Точнее, не фермерские, мы же тут мастера. В общем, помогаем всем, кому можем. Пойдем первым делом посмотрим, что у нас тут в почте. Так, детали. От гражданского корпуса и от мэрии. Ну, давай почитаем. Дорогой мастер, рады сообщить, что после проверок на безопасность мы открыли заброшенные руины для исследователей. Вау, круто! Наконец-то они открыли эти руины. Они находятся на холме на северной окраине города с нашими зданиями. Здорово, мы сейчас все туда... Мы туда обязательно сегодня сходим. Чё от мэрии? Сегодня на яркой площади будет сделано важное объявление. Пожалуйста, приходите в 19:00 и не опаздывайте. Ладно, прибежим, посмотрим, что там. Бежим мы сейчас с тобой к нашей гильдии, потому что у нас есть поручение. Нужно было сделать 5 медных слитков. Гильдия, привет. Кому слитки отдавать? Сюда? Не, точно не сюда. А кому? Антуану? Заботиться о коже могут все. Чтобы иметь гладкую кожу, нужно каждый день использовать крем для лица. Хватит. Мне надо отсюда валить. Давай глянем-ка на карту. Вот. Вот кому нужно отнести. Бежим, значит, сюда. В клинику, что ли? Зачем в клинике медные слитки? Зубы из меди, что ли, делать? Филлис? О, кто тут у нас? Я по поводу поручения гильдии. Неплохая работа. Если будешь чувствовать недомогание, приходи к нам в клинику, полечим. Спасибо, я боюсь, докторш. Думаю, я к вам не скоро приду. Конягул, здорово, какие вы красивые, с колокольчиками. Чуть не понял, лошади куда-то телепортировались. Чудо-лошади. На карте есть еще оранжевенькое обозначение, вот тут. Пойдем туда сходим, посмотрим. Что это обозначает? Это, наверное, кстати, руины. Да, скорее всего, руины. Точно! Их открыли же. Пойдем поглядим, что там. Хочешь попытать удачу в опасных руинах? Это не место для прогулок, поэтому тебе придется показать, что ты умеешь. Продержись минуту в бою с местными офицером гражданского корпуса. У нас всего трое. И я, Ремингтон и Арла. Выбирай любого. Ну, наверное... С тобой тебя-то я вообще в легкую делаю. Подожди, Сэм, подожди. Кстати, я перчатки свои не взял. Черт подери. Ну ладно, буду киркой колбаситься. Давай, спарринг. Я готов. Я надеру тебе задницу. Хоп, 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 хоп. Кия кунг-фу. Блин. Нифига себе, она меня уделала, как мощно-то. А сколько ей здоровья отнял? Я что-то не запалил это. Подожди. Кстати, она, по-моему, еще с меня денег взяла за это. Еще разок давай. Подходи ко мне. Кстати, оружия у меня никакого нет. Блин, она 25 уровня, конечно, она мне леща даст. Она сейчас опять у меня денег отберет. Да капец, это... Не. 8 монет она у меня каждый раз отбирает. Короче, сюда не так-то просто попасть. Пойдем найдем Арла. Чувак, что с тобой? Что с тобой? Что... происходит? Почему ты на коня не можешь залезть? Ой, да. Это, кстати, Арла. Давай с ним поболтаем. Арла, давай попробуем с тобой подраться. Сейчас я от всех люлей тут нахватаюсь. Какого он левела, интересно? 30-й! Твою ж налево. Ладно, я сделаю все, что смогу. У-у-у, как он мне надавал-то. Ну ладно, этот хоть себе монету мне забрал. Так, я полагаю, что драться с третьим просто бессмысленно, да? О, а это что за чиш? Ты кто такой? Дубок. Давай поболтаем. Бродяга. Приемный сын Абу. Привет. Наверное, это о тебе говорит мэр. Я человек простой, но надеюсь, мы сможем подружиться. Ты выглядишь как какой-то индейец. Или шаман. Давай в камень-ножницы-бумага с тобой поиграем. А кто будет считалочку вести, типа ЦУЕФА или камень-ножницы-бумага, раз, два, три? В общем, я кулак ставлю. Они не руками играют, они какие-то палки достают с кулачками. Значит, он вытащил кулак. Теперь я вытаскиваю ножницы. Ага, порезал. Он вытащил бумагу. Давай теперь я бумагу. Он тоже бумагу вытащил. Камень. А, он меня победил. Он бумагу вытащил. Ножницы. Блин, ты офигел! Читер. Есть, я его почикал. Ну и камень, давай. Блин, он выиграл меня. Ха-ха-ха, я победил. Засранец. В шкуре. В общем, все.
пора спускаться в шахту, ведь у нас же куплен билет на целую неделю. Ух ты, ты посмотри, что откопал! Это же диванище! Шикарно. Не думал, что я найду в шахте диван. Городская встреча в 19:00. Блин, нам надо выбираться. Я совсем про нее забыл. Здорово, народ. Как жизнь? Че, все в сборе? Можно начинать, мэр. Давай. Говори уже что-нибудь. Добрый вечер, дамы и господа. Сперва поговорим о делах, а потом можем приступить к тыквенному пирогу. Сегодня я хотел бы обсудить несколько новостей. Сперва хочу сказать, что благодаря усилиям нашего мастера, Геннадия... Ты где, кстати? А, вижу. Так вот, благодаря этому человеку у нас теперь есть мост на Янтарный остров. Я советую вам не ходить в пещеру, пока ее полностью не подготовят. Пещера будет открыта как аттракцион для туристов. Нифига себе, там на Янтарном острове есть, оказывается, аттракционы? Ништяк. Покутим. К другим новостям. Все уже слышали о кражах. Мы такое терпеть в нашем городе не станем. Это дело будет расследовано, а виновник пойман. Наверное, опять Хас и Тас. Эти дурни никогда не угомонятся. Они украли мою любимую книгу. И мою головку сыра. А у меня носок утащили. Я слышу вас, слышу. Мы сделаем все, чтобы разобраться с этим как можно скорее. Расследование будет вести Арла, так что вы можете не беспокоиться. На сегодня все. Всем хорошего вечера. Можете отведать тыквенного пирога, Софи, если хотите, конечно. Где тыквенный пирог? А, да, тут как бы дело-то в другом. Тут кражи в городе, носки у кого-то украли, у кого-то там сыр сперли. А тут все с пирогом своим, да? Кстати, мэр что-то хочет со мной поболтать, походу. Привет. Ну что, наслаждайтесь. А, это у него надо было тыквенный пирог получить. Круто, спасибо. Вот он такой вот, вот он, вот он. Ну, кстати, неплохой. Ладно, возвращаемся на ферму. Будем строить планы о том, что делать дальше. Зашел домой. Надо разместить еще один диванчик. Блин, я даже не знаю, куда их толкать. У меня их столько. Целых 3 дивана теперь у меня будет. Ладно, пусть тут стоит. Выставка диванов, короче. С добрым утречком. Че в почте? От мэрии. Геннадий, заходи как-нибудь, у меня есть поручение специально для тебя. Обязательно забегу. Блин, мне интересно, для чего вот этот вот ящик. Дико интересно. Открыть я его не могу, посмотреть, что в нем я тоже не могу. Взаимодействовать, короче, я с ним не могу. Ладно, потом как-нибудь разберемся. Портия Говернмент. Так называется мэрия. Ого. Фига себе у них тут симпотненько. Посидеть можно, да? Давай посидим, чё бы нет. Попу помнём. На таком огромном диване. А где, кстати, мэр? А, вон он. Здорово, я пришел. Чё хочешь сказать? Хотите потратить 1000 голды, чтобы переименовать мастерскую? Да нет, не хочу. Меня и так устраивает. Благодарю, что ты не забываешь о моих просьбах. В последнее время я пытаюсь понять, кто в городе вор. У меня есть 3 ответа. Вор, до меня доходили слухи, у меня тоже кое-что украли. Но насчет того, что у меня кто-то что-то украл... Вроде у меня дома нечего красть. Что за вор? Разве ты не знаешь? Последние пару недель у нас происходят кражи. Арла уже расследует это дело. Только вот что странно, ничего ценного украдено не было. Просто какие-то случайные безделушки. Ладно, хватит о воре. Я попросил тебя прийти, потому что хочу дальше развивать пещеру на Янтарном острове. Эта пещера вела раньше к руинам, но из-за одного происшествия вход был закрыт. Случилось это уже лет 40 назад. С тех пор появились слухи о привидениях, что, конечно, чушь. Но, думаю, пора использовать эти слухи нам на благо. Пещера с привидениями. Неплохо звучит, согласись. Там где-то был силовой генератор, и я даю тебе задание починить и включить его. Арла говорит, нам нужно будет установить съемную батарею. Потом я поручу одному из братьев Хулу присматривать за этим местом. Пещера станет отличным аттракционом для туристов. Ну вот. Опять задачка от мэрии. Но... Ладно, чё. Пойдём это... Посмотрим, чё там за генератор.
Автобус, подожди. Подожди меня. Вот он наш шикарненький мост. Нашими ручками сделанный. В общем, заходим на янтарный остров. И нужно здесь найти этот генератор. А еще пещеру. Пещеры я здесь пока не вижу. Где же она может быть-то? А, во! Вот она где, смотри. Там сундук наверху. Че в нем? Ну-ка, открывайся. Ожерелье с кристаллом. Хм. Люва, ты что тут делаешь? Ты кто? Шпион империи Дулас? Чего? А, всего лишь новый мастер. Подозрительно. Че подозрительного-то? Фиг с ним, с этим местом, куда вставить батарею. Смогу ли я вообще сделать эту батарею? Есть у меня тут что-нибудь? О! Это съемная батарея, она вот такая здоровенная. Похоже на огромный генератор. В общем, нужен мрамор. Мрамор у меня где-то был. Силовой камень тоже есть. Бронзовый слиток, 8 штук. И пружина. Тут написано, что раньше это находили в заброшенных руинах 2. Значит, чтобы найти пружину, нужно идти и копаться в шахте номер 2. Ладно, давай посмотрим, где эти руины. Заброшенные руины номер 2. Это вот это огромное здание. Вот она, эта башня здоровенная, огромные руины. Надеюсь, что меня туда пустят. Попытаем свое счастье. Ну-ка. Вы хотите заплатить 300 голды, чтобы получить недельный пропуск в заброшенные руины? Блин, и тут тоже пропуск покупать, ладно, да? О-о-о. Лифт тут такой же. Это что, монетки? А, нет, это стрелочки. В общем, это новые пещеры, но мне кажется, что они очень похожи на первую. И здесь должно быть много всего нового. В том числе и пружины, которые нам нужны для съемной батареи. Что ж, включаем наш визор. Есть здесь что-нибудь? Вижу. Под нами. Сразу же уже много всяких деталюшечек нашел. Ну как много? 3. О, просвет какой-то, что-то выкопали. Что это? Гриб? А нет, это не гриб, это какая-то штука. Солдатик со скипетром. Так, так, так. Какая-то сфера сияющая. А, это линза. О! Это чё? Зажигалка, что ли? Закаляющий раствор. Походу, я сегодня найду все, что угодно, но только не пружины, которые мне нужны. Марганцевая руда, нифига себе, что я тут добываю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, я уж думал, это пружинка, это какая-то ракетка. Ну да, простая ракетка для тенниса. По-любому что-нибудь пришло. Так. От Мэри. Блин, хоть бы девчонка какая-нибудь одна написала. Сегодня день яркого солнца. Празднования начнутся в 10:00 на яркой площади. Спасибо за заранее подготовленный подарок. Точно, я же подарок к этому дню дарил. Точнее, не дарил, а отдал мэру. Не опаздывай, иначе подарков может и не хватить. То есть я сам буду выбирать подарки, да? Прикольно. До 10 часов дня у нас еще есть, ну, 2.5 часа. Есть возможность покопаться. Нифига себе. Тут уже народ стоит, смотри. Все ждут подарков. Капец. А здесь, наверное, подарки будут. Чего у вас так много-то набежало? Подарки все мои будут. Ой, мэр тоже прибежал. В 10 часов все начинается. Капец вы шустрый. А это кто такой у нас? О, Ремингтон. Нет пары моих старых ботинок. Может, Сэм куда-то их забросила. Она жаловалась, что те воняют. Ага. Я хотел вызвать тебя на бой, но ты какой-то крутой чел. Макдональд? А ты тут что забыл, Макдак? Макдональд. И он причем, смотри, как стоит близко к подаркам. Он по-любому урвать хочет что-то. Мерлин пришла. 30 минут осталось, 30 минут. Я уже наготове. Буду хватать киркой. Половина народа куда-то ушло, уже устали ждать. Ну и валите. Мэр куда-то спускается. Наверное, в тузик пошел. А куда он ушел вообще? День яркого солнца, празднование начинается. И все разошлись. К подаркам, к подаркам. Нифига себе, подарки кидают. Хо-хо. Блин, их все собирают. Это мой подарок.
Да капец, я не успеваю, не успеваю, не успеваю. Мой подарок. Как подарки собирать? Блин. Хоть бы один урвать, да капец вы. Чайки, есть. Молоко. Я один подарок урвал. Бежим. Я первый. Ничего никому не достанется. Ой, блин, они теперь в другую сторону падают. Вот тут вот должен быть подарок. Да блин, мой подарок, отстань. Не успел. Есть. Радужный лимонад. Вот эта коробочка моя, отстань от моей коробки. Парусник. Блин, ну тут такие подарки скучные. Хорошо, что я банку меда отдал мэру. Куда бежим? Он сюда летит? Да, походу сюда. Такая погоня за подарками, что капец. Че, все что ли? Не толкайся. Я не толкаюсь. Это вы тут все толкаетесь, мешаете мне подарки собирать. О, падает. Ловлю. Прям. Вот где-то здесь упал. Да блинский. Не успеваю ничего схватить. О, ожерелье с ракушками. Прикольно. Мой будет. Почти поймал. Тыквенный пирог. И здесь тоже будет мой VIP. Яблочный сок. В инвентаре места нет. Черт побери. Ладно, я думаю, если будут мешки вот так валяться, никто же их не заберет. Хотя, погоди. У меня тут куча песка, надо его выбросить. Не подготовился. Блин, капец, сколько подарков. Сколько бегать-то за ними можно? А эти стоят и смотрят, как тут... Вот эти чуваки бегают, как голодные игры. Слушай, они за подарки готовы тебя убить просто. День яркого солнца. Празднование закончилось. Отлично. Теперь я могу пойти и выкинуть все из кармана. О, общий снимок. Че, сфоткаемся, ребят, на память? Давайте. Фига себе. Мальчики, девочки, фото сделано. Все, расходимся. Не стоим, не тупим. Вау. Джинджер. Красотка такая. Надо с ней познакомиться. Наверное, ты новый мастер. Приятно с тобой познакомиться. Надеюсь, наш маленький городок придется тебе по душе. Ну, я думаю, что да. А еще поболтаем. Жители Портии очень простой, дружелюбный народ. Мне действительно нравится со всеми беседовать. Как насчет КНБ? КНБ. Блин, вот эта табличка теперь мешается. Ну чё, давай, КНБ. Она меня порезала. КНБ. Звучит как КГБ. Заточила мои ножницы своим камнем. Еще раз ножницы давай. Ножницы. Еще раз ножницы. И она ножницы. Да что ты будешь делать? Да капец. Дальше будет камень. Она сказала, что будет камень, но сделала ножницы. Хм. Блин, она парила, она в сухую меня выиграла. Класс, давай снова. Нет, иди в пень. Ты четырюга. О, вот это погодка. В общем, вчера я сгонял в шахту и добыл, знаешь что, стиральную машину. Но это еще не все. Я также добыл кучу всякого хлама, но в этом хламе в том числе есть пружинка. А это означает, что наконец-то мы сможем сделать батареечку. Так, значит, пружина. Вот такая вот пружинка, ставим ее туда. Ага. Дальше нам нужен силовой камень. Вот, тыкаем его вон туда. Бронзовые слитки, это у нас каркас будет этой батарейки. Вот он. Ну и, конечно же, мрамор. Все, наша батареечка готова. Запираем ее. Очень быстренько и оперативненько мы справились с этой задачкой. Не то что с мостом. Я изучаю эту пещеру. Мэр хочет, чтобы я установил здесь пещеру с привидениями. А если ты собираешься внутрь, то стоит запастись предметами, восстанавливающими здоровье. Там опасно. Да не хочу я туда. Я хочу поставить эту... Блин. Куда ставить-то батарею? Я батарею припер. Вон, смотри, какая здоровая. Куда ее здесь воткнуть? Вот сюда надо? Нет, там что-то лежит. Капец. Может быть, внутрь надо зайти? Пойдем внутрь зайдем. Тут есть кто-нибудь? Куча кувшинчиков. Давай разобьем. Монетки. Монетки! А там крабы злые ходят. Краб-улитка. Ой-ой-ой, боевые, они боевые! Надо щемиться. Я не хочу с ними драться. Вдруг они мне... Нифига себе, он подкатил ко мне. Вот это скорость. Воу-воу-воу-воу, здоровья малого. Ой, ё-моё.
Это босс! Так, надо отсюда выходить. Надо валить. В другой раз сходим. Короче, надо победить босса, чтобы поставить батарейку. Офигеть, да? Вот это задачка. Фух. Это дело не для бомжонка. Мне нужно подкачаться. Нужно подкачаться. Я все утро наставил его. Что я там забыл? В общем, в следующей серии мы будем с тобой качаться и пробиваться через эту пещеру, побеждать босса и поставим наконец-таки эту чертову батарею, вот эту здоровую штуку, чтобы я ее уже не таскал в своих маленьких кармашках. В общем, если тебе нравится Порти, то с тебя лайкос, комментос под видос и, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в новом видео.